Наконец-то я добрался до выкачки японцев на Type 74G. И лучше бы я не начинал. В целом, по ТТХ это обычный натовский танк, за единственным главным исключением. УВН и минус 6, но хотя бы не минус 5. Минус 6 означает то, что на многих картах ты не сможешь играть от рельефа. И тебе придется искать такие позиции, где бы можно было бы выехать без подставления силуэта. Проще говоря, ты играешь на натовском танке, как на советской коробочке. При этом не имея никакой брони и находясь все время внизу списка. Проблемы мобдизайна нет.